уникальные фотографии прошлого. В 65-м году состоялся дебют Тереховой в кино. Роль Тани в картине «Здравствуй, это я» режиссера Фрунзе Давлатяна. Известность актрисе принесли роли в кинодраме Павла Любимова «Бегущая по волнам» по одноименному роману Александра Грина, Наташи Шипиловой в «Белорусском вокзале», Марии и Наталье в «Зеркале» Андрея Тарковского. Особую популярность Маргарита Терехова приобрела в конце 70-х годов после выхода на экраны костюмированных музыкальных телефильмов «Собака на сене», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Благочестивая Марта». С середины 2000-х годов у актрисы начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Последние годы Терехова уже не может самостоятельно передвигаться, не встает и не в состоянии узнавать родных, близких, в том числе детей и внуков.